теперь к новостям с международного детского турнира по волейболу, который проходит в Звездном. Там команда ямальцев накануне одолела соперников из Екатеринбурга со счетом 3-1. Таким образом, северяне стали первыми в подгруппе «Б». А вот в группе «А» в это время произошел скандал. В последний день группового этапа во время встречи команд Москвы и Белгорода разыгралась борьба не на шутку. Белгородцы вели по партии 2-1. В четвертой при сетболе москвичей случился спорный момент. После долгого совещания судьи засчитали мяч Москве. И партия осталась за командой из столицы. Белгородцы были не согласны с таким решением и покинули волейбольную арену. В связи с отказом команды Белгород 5-1. Счет пятой партии 0-15 в пользу команды «Город Москва». Судьи посчитали это неспортивным поведением и присудили команде Белгорода техническое поражение. В итоге в группе А первое место заняла команда «Ника» из Москвы, на втором оказались «Болгарские львы», а белгородцы стали лишь третьими. В полуфиналах москвичи сыграют с екатеринбуржцами, а ямальские волейболисты встретятся с болгарами. Напомним, что в четверг на турнире перерыв, а полуфинальные игры пройдут в пятницу.